Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 6 мая, понедельник, 2024 год. Я иду в Wildberries. Погодка хорошая, солнышко, но ночью у нас опять был мороз. Хотя интернет говорил, что 0. В общем, больше рисковать я не буду. И вот через 2 дня обещают мороз. -1. В общем, укрою я все опять. Что-то здесь изменилось. Как-то очень хорошо стал виден храм. А, его побелили, по-моему, видите? Маковка поблескивает. Не успела я. Сейчас колокола звонили. Не успела включить телефон. Ну да ладно. Такое голубое-голубое небо. Но прохладненько. Ветер холодный. Ну хорошо, солнышко светит. Вы просили меня, Лена, что-то вы давно не показывали нам ваш парк. Ну вот, показываю. В парк я иду в Wildberries, но и в парк тоже. Не просто полюбоваться парком, а немножко взять его даров. Мне нужна хвоя, опад из елки, сосны. Вчера опять целый день читала, усваивала материал, поскольку я начинающий цветовод, огородник. Если хоть по огороду я хоть немножко знаю, но вот цветы я никогда не разводила. И мне нужен вот этот опад. Взяла мешочки, перчатки. Сейчас вот посмотрю, можно ли вообще там что-то собрать. Потому что, может быть, и убрали это все. Ну вот какая-то шишечка здесь лежит, а опада я не вижу. Пойду туда вглубь, там тоже елочки есть. Может быть, что-то найду. Иду в Wildberries за бордюрами. Гибкие бордюры, которые мне нужны будут, чтобы огородить цветок, допустим, от почвопокровника, чтобы он потом не лез и не сосал соки от того же пиона, от той же розы. Вот опять елочка стоит. Сейчас посмотрим. Но мне сосна нужна. А тут, походу, наверное, сосенок-то и нет. Ой, смотрите, как красиво. Почечки пошли, проснулись у елочки. Походу, я ничего здесь не соберу. Эх, жалко. Нужно, значит, куда-то ехать в лес. А я даже не знаю, где здесь лес. Вот, и здесь сосен-то нет. Как я раньше не обращала внимания, что здесь елки. Мне нужен, я так поняла, сосновый опад. Вон елочка пропала. Может быть, я посрезаю эти высохшие иголки. С собой ножнички взяла. Так вот, друзья, вчера опять я занималась поисками, купила еще парочку или тройку пионов, уже название не помню, купила парочку ирисов, купила герань крупнокорневая, по-моему, так называется, купила шиловидный флокс, как почвопокровник. Еще чего-то там, ну, короче, пошла в разнос, как говорится. Ну, день рождения один раз в году, поэтому решила сделать себе вот такой подарок. Вот. Будем облагораживать, осваивать клумбы. Вот, по-моему, высадили цветочки сейчас вот здесь вот, ну. Мороз был, мне кажется, ударил их мороз. Кстати, вы мне так писали, Лена, пионы не боятся мороза, лилии не боятся мороза. Нет, друзья, все боится мороза. Вот у нас был -1, я пионы укрывала. И открыла их не ударил мороз. Ну, какие-то они целый день больные стояли, поникшие. То есть, если бы я их не укрыла, им бы трындец пришел. Я высадила там за калитку хризантему, она тоже вроде не должна бояться. И ее не укрывала. И ее ударил мороз, почернели листочки, не вся, она отойдет, но мороз ударил. Вот. Так что все буду укрывать. Те хризантемы, которые стояли возле дома, те все целенькие. Я их не укрывала. А вот на улице мороз их немножко ударил. Поэтому все боится, наверное, мороза. Только ирисом вот ничего не это. Нормально все. И то не знаю. Если бы они были не возле дома, может быть, и ириса ударил бы мороз. Так, ладно, я пришла за разговором. Пойду получать. Доброе утро, друзья. Сегодня уже 7 мая. Я продолжаю свой влог. Вчера некогда мне было вам что-то снять. Работала. Ну, а сегодня покажу результаты своей работы. Благодарю вас за подсказку. Не знаю, увидела бы я сама или нет. Вот там растет гортензия, а здесь папоротник. И, в общем, папоротник стал немножко мешать гортензии. Не скажу, что прям сильно. Я не считаю, что папоротник прям уж такой сильный агрессор. Но немножко помочь нужно было гортензии. Видите, там кусочки опять пластиковых панелей, которые мы не выбросили, из которых я делала забор. Вот я выкопала 3 кустика папоротника, мечтала развести их в другом месте, ну и вот пришло время. И огородила гортензию, теперь вот этот папоротник, он не будет лезть и мешать гортензии. Гортензия вроде пошла, я ее не укрывала, наверное, цвести не будет. Вот в этом году я ее обязательно укрою, она вот пошла в рост, конечно, немножко ее обрежу. Вот, ну, набираюсь опыта, друзья. У нас прошел дождик, лилии пошли, но я все укрываю. Не верю я в то, что лилии не боятся мороза. Я вам уже говорила, что я пересадила вот хризантемы, вот эти 2 кустика на улицу. Вот посмотрите, какие они здесь стоят, зелененькие, веселенькие. И сейчас выйдем на улицу, я покажу, какие они на улице. Вот, полюбуйтесь. Вот их здесь ударил, прибил мороз. Видите, все коричневое, черное, бедненькое, пострадало. Даже здесь мы оставляли немножко травки. Газон Лешек косил, вот если можно наблюдать. А здесь я специально попросила, говорю, оставь травки, чтобы, ну, мороз там или не так будет выпаривать корни, чтобы влага держалась. Вот эта росла вот возле забора, ее поменьше мороз, но тоже ударил. Видите? А вот это очень сильно пострадало. Так что все нужно укрывать. И это был -1. А если бы было больше, мне кажется, вся бы почернела. Вы просили как-то показать палисадник. Палисадники у меня еще особой красоты нет. Почему? Потому что мы будем крыть крышу, будет привозиться лес. И вот здесь, вот на этой площадке в палисаднике, будем пилить, обрабатывать лес специальной жидкостью от короеда, от гнили. Хоть он и будет лежать под крышей, но Лешек решил обработать. И здесь у меня вот растет смородинка. Вот это, я думала, пропала, но она пошла расти от корня. Я ее здесь замульчировала, подкормила. Дальше тоже плохой куст смородины. Но это все по неопытности. Я не знала, как ее сажать. Вот этот получше. Дальше растет жимолость. Вот два кустика тоже замульчированные. И еще по этой стороне куст смородины. И там вот еще два кустика смородины. Все, в этом году в палисаднике пока я ничего не сажала. Но чувствую с моими аппетитами. Вот здесь вот клубничка попала, когда я пересаживала вот эту смородинку с огорода сюда. Попала. И вот она пошла расти, представляете? А вот это выросла горчица самосевом. В прошлом году, если вы помните, я здесь сеяла сидираты, горчицу, фацелию. И вот фацелия пошла расти тоже самосевом. Вот горчичка вылезла и фацелия вылезла. Причем фацелия росла вот там. А видите, семена... Здравствуйте! Семена вот... насеялись почему-то здесь. Нанесло ветром. Здесь фацелии точно не было. Видите как? Вот. Так что пока идет стройка, чтобы все это не топтать. Здесь пока вот по периметру там вот растут растишки кое-какие. А вообще я хотела здесь засадить клубникой, а теперь... с разыгравшимся аппетитом по поводу цветов, я, скорее всего, и здесь выращу цветы. Потому что мне места, как я понимаю, не хватит. Сейчас пройдем... Сейчас я закрою нитку. Вот пиончики уже. Смотрите, какие бутончики. Опять пион я посадила неправильно. Просто выкопала небольшую ямку, ничем не удобряла, ничего ему, никакое питание не положила. И, походу, его тоже нужно пересадить, сделать ему хорошее питание, разрыхлить землю. И чтобы он, ну, как бы начал хорошо расти. Но это я сделаю, скорее всего, в следующем году. Сегодня уже тревожить не буду его в этом году. А на следующий год я это сделаю. Сегодня мне предстоит... Во, напоминалка, надо... Ветром унесло. Вот без этого никак. Это вот от комаров. Тут уже мало осталось. Надо купить мне сейчас, заказать на Озоне. Комары у нас просто какие-то в этом году, лоси летают. Вот прям лоси. Невозможно. Вчера я там копала лунки. Сейчас покажу вам. Они просто меня съедали. Очень крупные и агрессивные. С клубничкой после того мороза все хорошо. Ни один кустик не почернел. Но больше я рисковать не буду. Она вот уже начинает обильно зацветать. И сегодня я постараюсь натянуть на нее укрывочный материал, сколько хватит. И укрыть. Потому что ночью нам опять обещают мороз. Ну а теперь давайте пройдем, расскажу, покажу, что я там вчера делала. Кстати, один кустик клематиса Pink Fantasy, розовый, очень красивый клематис. У меня, посмотрите, уже пошел в рост. Сейчас я... Где он тут? Вот такой клематис должен быть, очень красивый, просто очень. Вот. Эти клематисы, вроде бы-то вот здесь вот я наблюдаю, вроде как начинает тоже что-то просыпаться. Вот видите, почечка вроде пошла, зазеленела. Ну, а остальные три пока сидят. Вот. Вчера, друзья, я целый день здесь занималась. Потихонечку убираю геотекстиль. Он сослужил нам очень хорошую службу, и, посоветовавшись с приятельницей Мариночкой Месан, в общем, решила я, что здесь будет очень ну, плотная засадка цветами, и он мне будет только мешать. Я не смогу тогда посадить почвопокровные, где они будут расти. Поэтому этот геотекстиль мне пригодится. Я сделаю из него дорожки. Вот здесь очень удобно ходить, друзья. Вот я наступаю, и у меня галоши, калоши, все, обувь чистая. Я не несу это во двор. Вот я здесь хожу. Красота. Вот временно я сделаю, временно, ничего нет временного, как на постоянно, да? Все временно является постоянным. Я сделаю дорожки, где я хожу, до теплицы, вот там вот я хожу в компостную кучу, да? Я сделаю вот такие вот дорожки при помощи вот этих вот шпилек, или как их называют, ну, крепления для геотекстиля, такие вот булавочки, да? 400 рублей 100 штук. Вот они. Я сделаю дорожки. И будет очень хорошо, удобно ходить. Я это подсмотрела в видео в одном. На полях, прям на полях, большие поля, где посадили клубнику. Междурядье все услано вот такими дорожками. Ну, наверное, чтобы потом, когда ухаживать за ней или собирать, чтобы не носить грязь. Здесь я, значит, вчера сделала, вот вы видите, вот такие клумбочки, мини-клумбочки с разным грунтом. Очень перелопатила, пересмотрела много видео, какой грунт какому цветку нужен. Кислая почва должна быть, либо щелочная, либо нейтральная, либо песочная. Вот сейчас вам показываю вот две вот эти клумбочки. Это для ирисов. Они любят песочную почву, и песчаную, вернее, и не любят эти натуральные, ну, короче, навоз они не любят, удобрения. Там вот эти две клумбы, я уже не пойду в грязь. Вот видите, я сижу на геотекстиле, и мне даже туда не хочется идти. Вот те две клумбочки, это будут пионы. Там щелочная среда. Я сыпала туда и гашеную известь, и, ну, в общем, куриный этот гранулированный навоз. Надо будет еще купить. Там и компост, там и костная мука. И, в общем, там все хорошо. Щелочная среда. Там будут расти два древесных, древовидных пиона. Очень похожие между собой, только различаются цветом. Вот там за мешком будет расти метельчатая гортензия. И вот здесь будет широколистная гортензия расти. Вот они, два. А вот здесь вот я посажу, пока прикопаю в ведре вот тот клематис, который пошел в рост, посажу его вот здесь. Вот как раз шпалерка здесь, и пойдет это все расти на шпалеру. Вот эту яму я использую под розу, плетевидную розу Pierre de Renard. Вот. И, короче, мне еще здесь теперь нужно нарыть. Я уже и сегодня заказывала. Ой, друзья, какие цветы я для себя открыла. Я не думала, вообще не знала, как выглядит лютик. Это просто чудо. Да, с ним придется поморочиться. Но вы знаете, я готова это делать. Короче, она выписывала себе вот эти луковицы лютиков. И буду их сажать где-то, ну, не знаю, наверное, может быть, по центру. Выписала микс лютиков и выписала красные и белые. Вот в одной клумбе, сделаю такую пошире клумбу, в одной клумбе будет микс, потом соберу семена с каждого и уже потом их или разделю, или так и буду сажать миксом. И два набора, значит, один чисто красные и чисто белые. В общем, будет у меня красно-белая клумба. Потом я их скомпоную. Это будет бомба. Вот сюда я вчера высадила эти папоротники. Причем вот этот папоротник, который стоит солдатиком, он, видите, прям очень хорошо, потому что удалось выкопать его комом, как бы перевалкой посадить. Вот те два, один вот начал подниматься, один еще лежит. Вот. Это не получилось вытащить комом, и они хуже переносят пересадку. Так что перевалкой намного проще. Растение переносит пересадку. Выписала я корневин, выписала люпин и еще циркон, по-моему, так называется. Про это тоже читала много информации, как правильно обрабатывать, в какое время, в чем замачивать можно, в чем бесполезно. В общем, друзья, сейчас я увлеклась, просто увлеклась этой темой. Ну, не знаю, затащило меня все. Короче, здесь еще будут расти три красивейших пиона. Один из них похож на веточки сосны, тонколистный называется, воронец. Один розовый, еще два куста ириса будет. Потом вот эти вот лютики. Ну, мне, в общем, вот до этого места где-то можно сажать. Я думаю, что я помещусь. И еще одна роза де Жардон де Шамон или Шомон. Вот, короче, уже близятся мои затраты к 10 000 рублей. Вы мне там писали: ой, как дорого вы розы купили, по 450. Мне кажется, розы самые дешевые я купила, потому что все там вот эти... А, еще шиловидный плющ купила. Это, ой, шиловидный флокс купила, который почва является почвопокровным. И вот поэтому я сделала вот эти вот бортики здесь, чтобы между ними посадить эту красоту, шиловидный плющ, и чтобы он заплел мне все, что между клумбами. Это будет такой красивый розово-сиреневый ковер. Их там много цветов, и белые есть, и больше в синь. Но пока вот выписала только один цвет. Посмотрю, как он здесь приживется. Вот, что еще я сделала. Если вы заметили, у меня здесь выровнялась земелька. Здесь был такой бугор вверху, и вот сюда резкий покат. Потому что я не хотела, чтобы земля касалась забора, чтобы он не гнил. Вот как там, видите, какой сильный покат вниз. Там я тоже выровняю вот этими, опять же, панелями, которые у нас остались, которые мы снимали, пластиковые, из которых я делала забор. Вот я поставила, прислонила эту панель к забору металлическому, и теперь не страшно, теперь можно туда присыпать земельки, забор гнить не будет. Вот здесь то же самое сделала, чтобы мне вот здесь тоже выровнять. Вот видите, сейчас я вот так присяду, видите, какой уровень там, вот практически, ну, не такой сильный бугор, да, и какой уровень здесь. Вот здесь нужно подсыпать, и вот этот бугор тогда тоже здесь выровняется, будет, ну, лучше, красивее, вода не будет сливаться. Да и вот эти ограждения на клумбах, они тоже будут сохранять влагу, не будут лезть туда сорняки, не будет лезть вот это почвопокровные растения. В общем, мне еще здесь нужно нарыть кучу ям. Подготовить именно, ну, так скажем, хорошую яму, наполненную едой для растений, чтобы там был компост, чтобы там были минеральные удобрения. Я туда еще сыпала, сейчас холодильник убрала, наверное. Вот холодильник тоже пригодился для всяких. Может быть, я его сделаю и буду хранить здесь вот всякие. Вот это сыпала, фертику, суперфосфат. Но не во все лунки добавляла. Вот. Нарезала веточек, маленькие веточки на больной, нашла больную елку и нарезала вот такой пакетик этих веточек. В общем, это я делала закладку в яму под гортензией. Срезала щавель, тоже туда накидала вниз, перегниет, будет кислая среда. В общем, те вот две лунки после забора, там будут гортензии. Одна из них метельчатая, вторая такие шарики крупнолистные. Вот такую ленту я купила на Wildberries. Не буду показывать производителя, чтобы это была не реклама. Очень мне понравилась, она плотная. И она 20 сантиметров в ширину, 20 сантиметров в высоту. То есть ее на 10 сантиметров спокойно можно вкопать в грунт. И чтобы еще осталось сверху какой-то бортик. Вот. Есть разные ленты. По 10 сантиметров это вообще я не знаю для чего. Ну, 15 еще куда не шло, но мне кажется, оптимальный вариант это вот 20 сантиметров высота, тогда это классно. Покупала дешево, ну как дешево, дешевле, чем на Озоне, 400 с чем-то рублей 10 метров, вот такой ленты в 20 сантиметров высотой. У нас пошел дождик, зонт у меня открыт. Кстати, вот эти сидушки. Я делала эксперимент, оставляла их в дождь без зонта. Да, действительно, они не пропускают влагу. Красота! Тоже покупала на Wildberries. Хорошенькие, хорошее качество, но недешево. Не буду врать уже сколько, то ли 800 рублей одна штучка, по-моему, так. Но оно того стоит. Действительно, все сухо и хорошо. Ой, ладно, мои друзья, начался у нас моросить дождик, чтобы не замочить телефон. Да и вроде бы-то я все вам рассказала, что я здесь делала, сколько цветов я уже накупила, сколько информации я перелопатила. Это просто какой-то кошмар. Но это увлекает, это интересно. Сегодня моя задача, по-моему, там что-то пришло, гортензии, по-моему, пришли на Wildberries, но сегодня я их сажать не буду, потому что сегодня в ночь опять мороз, и еще один день там будет критичный. Вот. Посажу немножко позже. Замочу пока их там либо в воде, либо в корневине. Как раз корневин, по-моему, пришел сегодня. Вот. А вот эти деревья я не буду убирать, пока что не буду. Хочу посадить там и помею, пусть она заплетет дерево, и тоже будет красота. Ну вот, теперь вроде бы-то все рассказала, показала. Буду с вами прощаться. До скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.